Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Джош Уоррингтон вернул себе титул чемпиона IBF в полулегком весе, победив техническим нокаутом Кико Мартинеса. Мартинес, который проводил первую защиту своего титула, побывал в нокдауне уже в первом раунде, и в дальнейшем Уоррингтон владел преимуществом и добился остановки поединка в седьмом раунде. Камил Шеремета победил Сашу Янгояна. Шеремета доминировал со стартового гонга. Если сперва он попросту переигрывал соперника, то после экватора боя все больше превращался в одностороннее избиение. Янгоян же пытался достоять до гонга. Не получилось. Капитулировал на последних секундах поединка. Тим Цзю успешно провел свой первый поединок в США, победив единогласным решением судьи Террелла Гошу. Цзю побывал в нокдауне в первом раунде, однако затем уверенно захватил преимущество за счет большей активности и прессинга. Этот бой носил статус отборочного по версии WBO, и благодаря победе Тим Цзю сохранил свое звание обязательного претендента на титул и должен будет встретиться с победителем поединка между Брайаном Кастанью и Джермелом Чарло. Джеремея Накатило одержал уверенную победу техническим нокаутом над Мигелем Бечельтом. Накатило отправил Бечельта в нокдаун в третьем раунде, владел преимуществом и в итоге бой был остановлен после шестого раунда. Жанибек Алимханулы и Дэнни Дигнум договорились о проведении боя за титул временного чемпиона WBO в среднем весе. Такое заявление сделал промоутер британца Ли Итан. Поединок пройдет в США. Мы рады, что заключили соглашение для Дигнума на бой с Алимханулы за титул временного чемпиона WBO в США. Ждем новостей о локации, но нам сказали, что это будет в конце мая. Жанибек Алимханулы заявил, что доволен тем, как развивается его карьера в США. Мы в Америке уже 4 года. С 11 боями мы стали обязательно соперником чемпиона мира. Слава богу, мы принесем в страну пояс чемпиона мира. До этого дня осталось всего несколько месяцев. Планов много, цель ясна. Где единство, там жизнь. Геннадий Головкин в интервью PBC Radio пообещал, что его предстоящий бой с Риотой Муратой точно не разочарует болельщиков. Этот бой ожидает быть трудным, но захватывающим. Это будет подарок фанатам бокса. В этом бою может случиться все что угодно. Случится драма, случится биг-драма. Я обещаю, что вы будете наслаждаться этим боем. Возможно, это будет лучший бой года. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.